Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю свой снова влог, домашний, немножко обо всем. Вот, и сейчас хочу вам показать одну посылку, которую я сейчас получила. Давно задумывалась о том, что нужно что-то такое приобрести, и все как-то, все думала, особенно когда мы поехали в Карелию, тогда я поняла, что нет, такие вещи должны быть у меня в доме. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот у меня коробка ко мне пришла. Компания СДЭК привезла мне. И я уже распаковала, все посмотрела. Я девочке говорю, вот это такой. Сейчас я ее достану. Вот это такой термос сумки. Девочки, я честно скажу, что я очень давно, особенно когда поехали в Карелию, я подумала, блин, было бы классно, если бы у нас была вот такая штука. Вы знаете, я очень люблю ходить в лес и, в общем, везде-везде. И, в общем, это мне просто мега нужная вещь. Здесь идет вот такой маленький кармашек, и в этом кармашке, сейчас я покажу вам, что лежит. Вот такая ложечка маленькая и вилочка. Вот такие маленькие пластиковые ложечка-вилочки. И здесь идет вот такая термосумка вот с такой штукой, в которой находятся 2-3 контейнера. Два вот таких маленьких пластиковых. И, кстати, они очень классные, потому что идут вот такие защелки. Я люблю такие контейнеры. Они вот самые надежные, не протекают. Значит, два маленьких и один вот такой большой, прям большой-большой контейнер. Девочки, это настолько удобно брать с собой. И сумочка такая маленькая, компактная, видите? И помещается вот аж целых 3 контейнера, да? Два маленьких, то есть что-то сюда такое положить. И сюда уже что-то побольше положить. В общем, вот эту сумку саму, вот видите, здесь написано 3 контейнера внутри, объем 2,5 литра. Так, сумка-холодильник с контейнерами. Вот, видите, такая, то есть перед применением и после использования внутреннюю поверхность необходимо обработать бытовым моющим средством, затем вытереть насухо, либо оставить в открытом состоянии. Вот мне вот эта очень история понравилась, что можно помыть спокойно ее, то есть она... Можно использовать и без контейнеров, это тоже классно. Или какие-то свои другие контейнеры положить. Вот, можно вот эти аккумуляторы холода, кстати, они у меня есть, такие пластиковые штучки. Вот, видите? В общем, классная вот такая вот вещь у меня. Просто, девочки, посмотрите, сколько тут всяких разных сумок. Есть и совсем большие, есть и вот такие термоконтейнеры. С люками прямо огромные вот такие, видите. Различные вон сумочки, ланчбоксы. То есть там на самом деле столько всего. Хочу все, но вот решила такой маленький, потому что очень удобно такую термосумку брать с собой. Ну и здесь, конечно же, куча всяких термокружек, термосов различных. Есть вот такие, кстати, еще большие термосы для еды, которые, то есть, ну, типа... Типа для супа или что-то в этом духе. Тоже такой вариант мне понравилось. Так что вот такая вот у меня. Просто уже хочу пойти куда-нибудь в лес. Поход какой-то и так далее. Также я заказала себе лично. Специально в красном цвете. Потому что у меня мальчишки мои обычно забирают у меня такие вещи. Вот такую вот термокружку. Тоже классная. Я обязательно... Попользуюсь, потом расскажу. Вот как она. Вот так вот она выглядит внутри. Но она, на самом деле, такая легенькая. Вот видите, здесь в ритме городской жизни тепло, холод 8 часов держит. Да, я, кстати, летом тоже, если куда-то еду, наливаю сюда какую-то прохладную водичку, чтобы в машине не нагревалась. А также зимой там чай или кофе даже просто воду сюда наливаю, потому что машину, когда оставляешь, естественно, все замерзает, чтобы потом не ледяное пить. У меня раньше была история, я покупала воду, оставляла в машине, а потом ледяную пила. Естественно, сразу болело горло, поэтому... Вот советую такие вещи. А мужу я заказала вот такую. Это термос. Видите, питьевой. Сейчас я открою тоже. Горячий кофе зимой, холодный морс летом. Вот такой вот синенький для него. Эластичная ручка. Вот такой вот. Здесь вот какая-то такая штучка. И вот такая вот идет... Крышка у него.
Вот он как выглядит внутри. Но я вот к этому термосу заказала еще вот такую вот крышку с питьевой системой. Вот смотрите, как она. Видите? Крышка с поилкой, эластичной ручкой. Вот возможности термоса. То есть максимально вытяните гибкую часть. Можно получить большую петлю. В общем, вот такая вот целая система. Посмотрите, как прикольно. Вот сюда. И здесь, соответственно, закручивается. И удобнее пить получается вот эта вот. Вот такая супер кружка. Супер такой термос. Это для моего мужа. То есть здесь нужно как-то вытянуть, да? То есть вот так вот, видите, девочки, что можно переносить с собой вот эту вот, прям такая добротная вот эта силиконовая штучка. Ее, видите, прям даже так тяжеловато вниз вытаскивать. Так что для мужа у меня вот такая вот бутылочка. Это моя бутылочка. Потому что зимой взять с собой вот в машину чай или кофе, это прям очень актуальная тема, по крайней мере для меня. Я все время с собой стараюсь брать, потому что я вообще, в принципе, водохлеб. Даже просто иногда воду вот так наливаю, и она хотя бы, можно, допустим, тепленькую воду сюда налить, обычную, да, простую, и у вас она не будет ледяной. Но больше всего, конечно, мне нравится вот эта сумка, девочки. Ну, это же балдеж просто. Для каких-то путешествий, походов. Ой, все падает у меня. И так далее. Вообще очень сильно советую. Я вам все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе. Но вещи, мне вот этот, кстати, термос больше всего понравился. Вот. С такой крышкой вообще класс. Вот, так что все ссылочки вам оставлю внизу в инфобоксе. И обязательно присмотритесь. Видите, сколько тут всего интересного. Просто обалдеть. Тем более у меня... Рыбаки мои тоже. Вот это вот, кстати, тоже прикольно, да, для каких-то путешествий, например, для машины. Вот этот термос-кувшин, да, или вот прямо целый термос для еды с контейнерами. Смотрите, тоже вот это прикольная тема, да. Видите, там такие контейнеры, которые складываются в термос, и ложечка еще такая вообще. Ну, прям столько всего интересного. Он военная тематика, как любят мои мужчины, он с кружечками. То есть очень-очень классно. В общем, ссылочки, как всегда, оставлю вам внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну вот, это прямо зимой отличный вариант. Вот эти вот кружки, прям вообще супер. У меня, когда дети дома, мой кот становится мега вредным существом. Я сейчас говорю мальчишкам своим, идите кровати застелите. Старший застелил, а младший не может, потому что кто-то на него шипит. Главное, лежит на кровати младшего, сыночка. И все. Да? Скажи, моя кровать, не надо ее трогать, да? Слушайте, вообще, когда вот мальчишек нет, он вообще не такой. Да, он сразу такой хороший мальчик. Сразу такой хороший. Послушный-то какой. Послушный. А как мальчишки дома, скажи? Скажи, вредные мальчишки, да? Так я скажу, вот такой вот. Возмущает сразу, скажет, что они меня гонят, я тут сплю. Ужас. Каспер, ну как тебе не стыдно, а? Ну как тебе не стыдно, скажи мне, зачем ты младшего обижаешь? Лапу его еще ударил. Ну не поцарапал, не царапается у меня. Ну может так, знаете, чтобы отстал. Да, кисуля моя вредная. Ой, ладно, сейчас заберу кота, пусть застилает, да? Заберу кота. Это же не кот, это же какой-то вот вредный, да? Еще, девочки, хочу вам показать. Я наконец-то закончила одну из своих картин. На самом деле, честно признаюсь, что летом я вообще к ним не прикасалась. Вообще. И тут вот начала снова. То есть я сделала где-то половину весной. И вот вторую половину закончила сейчас осенью, да? Это вообще у меня композиция из... трех картин. Это картины по номерам. Вот я сделала вот эту. И еще у меня две остается. Две нужно еще сделать. То есть это три, получается, такие картины. Вот. Как я уже говорила, я делаю все очень-очень медленно. Вот, потому что, ну, в основном я занимаюсь такими вещами вечером. Что-то вечером для себя, утром, днем. Утром, днем заботы по дому, с детьми и так далее, с семьей.
А вот вечером как раз выделяю чуть-чуть совсем времени. У меня получается не потому, что не хочется мне это делать, потому что к вечеру уже, как бы, как и многие, наверное, уже уставшие и так далее. Поэтому сил не всегда остается много. Очень мне нравится вообще такая вот картина у меня получилась. Единственное, что у меня закончился лак. Я покрываю все вот это дело сверху акриловым лаком, обычно таким плотненьким слоем. Он придает глянец и такой, ну, как бы защищает краски, да. Вот, соответственно, нужно будет мне сходить в магазинчик какой-нибудь, купить акриловый лак. Вообще, я, честно, уже сейчас вот пыталась вспомнить, где я заказала вот эти картины. Девочки, не помню, честно. На каком-то сайте, вот я помню, я заказала. Была скидка именно вот на эти, ну, как бы, на вот эту, да. Я хотела именно что-то, какие-то такие вот цветочки нарисовать. Вот, и, соответственно, где-то заказала. Вообще много где. И на Озоне есть, и на Вальберис я когда смотрела. Ну, я думаю, кому интересно посмотреть. Сама я рисовать не умею. Я уже тоже об этом говорила. Вот, у меня нет, скажем так, таланта к художеству, а вот такое вот, вот такие раскраски, они на самом деле очень-очень мне нравятся. Не знаю, как-то даже успокаивают, и потом, когда ты видишь результат, прям балдеешь, мне очень нравится. А, вот это вот, кстати, картина на доске, женщина такая в шляпе, это тоже моя работа, картина по номерам, вот, мне она вообще безумно нравится, вот эта женщина. Женщина вот эта вообще безумно красивая. Вот, так что вот такое вот у меня небольшое хобби. Кто меня давно смотрит, тот, наверное, видел уже, что я таким увлекаюсь. Но все медленно очень у меня движется. И я сегодня еще решила приготовить вот такое шоколадное печенье. Я уже показывала, как я его готовлю на своем канале. И, ну, не скажу, что прямо часто его готовлю. Стараюсь какие-то новые рецептики всегда найти. Но оно безумно вкусное и достаточно просто готовится, просто и быстро. Поэтому иногда вот готовлю. Я вам оставлю ссылку на видео, где я показывала рецепт этого печенья. Кому интересно, переходите, смотрите. Но оно действительно очень вкусное и, на мой взгляд, достаточно просто готовится и очень так симпатично, аппетитно выглядит. И на ужин я сегодня приготовила винегрет. Я чаще всего, когда у меня есть, кладу сюда консервированный горошек. В этот раз у меня с свежими огурцами. У меня еще остались котлетки со вчерашнего дня. Поэтому у нас такой будет ужин: печенье к чаю и винегрет с котлетками. Очень, кстати, вкусно. Заправляю винегрет я обычным растительным маслом. Не знаю, так у меня любят домашние. Кстати, когда нет горошка, обычно я тогда кладу соленые или маринованные огурчики. Тоже получается вкусно. Ну, а рыбные консервы не кладу никогда, иначе у меня дети не будут есть, так как они у меня не любят рыбу и все, что с ней связано. Поэтому я готовлю вот такой вариант винегрета и просто заправляю маслом и солью. Сейчас уже вечер, девочки. Вот начала новую картину свою. Что-то прям пошло. Это вот, которую я вам показала. Так что буду сейчас продолжать рисовать свою картину. Как-то вот прям пошло, знаете, прям вдохновением, можно сказать. Вот. Ну и на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте, что все ссылки я оставила вам внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.